Вы смотрите обзор товара «Кора лиственницы», фракция 0,1 см, гумус 1000 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Кора лиственницы мелкой фракции или гумус, удобная во всех отношениях натуральная мульча. Этот мульчирующий материал легко использовать, для этого не требуется ни особой физической силы, ни больших временных затрат. А результат от использования коры лиственницы заметен сразу. Ведь эта мульча не только полезна, но и эстетична, что выгодно отличает ее от многих других органических мульчирующих материалов. У коры лиственницы красивый красноватый цвет. И аромат у такой мульчи очень приятный, что, согласитесь, немаловажно. С основными задачами мульчирования гумус коры лиственницы справляется прекрасно. Она и воду в почве удержит, и от перепадов температуры убережет, и сорнякам взойти не даст. Сочетание эффективности и декоративных свойств позволяет использовать мульчу из коры лиственницы для множества различных задач. Она уместна и в огороде, и в саду, и на клумбе. Кроме того, кора лиственницы может использоваться в качестве декоративной отсыпки. Вследствие технологических особенностей процесса окоривания деревьев, в коре допускаются включения древесной щепы до 5-10%. На мульчирующие свойства коры это не влияет. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.